Полное описание и точная дата выхода 6 и 7 серии нового сериала «Перекати поле». 6 и 7 серии сериала выйдут на телеканале «Россия-1» 1 сентября. 6 серия. Маша собирает Лёшу в его первый рейс на автовозе. Его новый начальник, Воскобойников, предупреждает, что на трассе в последнее время случаются ограбления. Маша сталкивается с Ирен на улице. Ирен становится плохо, и Маша отвозит ее в ближайшую больницу. Но происходит непоправимое. 7 серия. Лёша просит Володю поговорить с Ирен, чтобы она забрала заявление и перестала преследовать его жену. Но зная, как Ирен ненавидит Машу, тот отказывается. Лёше не остается ничего иного, кроме как обратиться к Воскобойникову. Лёша и Маша решают обвенчаться. Напомним, 6 и 7 серии сериала выйдут на телеканале «Россия-1» 1 сентября. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.